100 тысяч рублей за клевету. Жирную точку в весьма запутанном деле на днях поставил Ноябрьский городской суд. В начале марта 28-летняя жительница города обратилась в дежурную часть города с заявлением о том, что ее пытались изнасиловать двое мужчин. Однако в ходе доследственной проверки было установлено, что никакого покушения на честь дамы не было. Напротив, мужчины, которых обвинили в столь серьезном преступлении, сами стали жертвами. Друзья мамы заявительницы их ограбили и избили. В итоге наказание понесут и товарищи горожанки, и сама женщина. Теперь ей придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Обвинение девушки было предъявлено в совершении преступления, предусмотрено статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это заведомо ложный донос. И как сторона обвинения, так и органы предварительного следствия считают назначенное наказание достаточным и соответствующим совершенному преступлению.